Кто-нибудь заскриньте урон с сурка и суньте в канал скриншот. ПЖ. Поставь групплут. Wait. Сколько мы тут уже? 35 минут первого пула. Так, ребят, у нас все на всех тактике знают сегодня. Никому ничего рассказывать не придется же. Вон ДПС дисколит. М? ДПС дисколит. Отлично, спасибо. Я скинул в гостиную вроде. А там есть отдельный канал. Да я сейчас закину в отдельный канал. А, или уже Святос он закинул. Как-то без боешек сегодня пока, да? 40 не считается. Блять, души, сука. А сколько не было, да, сурка? Нет. Ладно. Цепляю, пока она тут. Ребят, немножко за уголочек все встаньте. Исследователя чума в первую очередь убиваем. Сейчас нам Костя поставит. Костя поставит. Да, я не могу с медведя забрать. Мишка, я не знаю, стоит или нет. Не, стоит, урон проходит, алё. Ай-ай, выведи. Все, сейчас хорошо стоит. Встаем, кто умер, встаем, бежим. Там рейд еще жить будет. Почему убьете ее просто так? Встаньте за угол. Ребята, РДД хило. Встаньте в кота. Вы там не будете ром получать. Блять, на мне бой висит. Спасибо, папаша.
походу слишком сложно, так тебе. Чё там? 2,5 человека встали, остальные. Да? Я забегал. Давай загляни в Ванечку. Я ее ошкурю. У меня, блядь, кофе стоит, сколько я хуйней занимаюсь. Трэш какой-то бью, блядь. Спасибо. А чё, вы прелесть не хотите убивать? Я слышал, нам все равно придется убивать. Давайте следователя добиваем и все по прелести будем играть. Под первый шаг я ждем. Давай. А че у Мишки-то 4 делает? Да и не за сейф, а за гнев небес. Не, я это про сейф спросил. Если его понял, она уменьшает 3% урона небес. А-а. Дальше там только 30. Прикольно. Ловушку активировал. А. Собирает душу. Ловушки это хорошо. Я ловушки люблю. Мне душу собирать надо. Так что не обезвреживайте. Хотя у нас рога все равно нету, поэтому. Было бы странно, если бы мы не активировали ловушку. Типа, что за хуйня? Как ты это сделал? Бейте половину. Так, сейчас, короче, вот с этого момента 5 минут пошло. В 19. Короче, в 20 минут жду всех назад. А, типа перекур? Первый тухлик, да. Типа перекур. Ой, что, не разыграли еще пролезть? Да. Еще, видать, кто-то не нажал. Опа, 2 арктических меха. Да, дожились. Щит, блядь, серебра, да никому не нужен. Ну, я тут раз ходил, его специально заандролили, блин, для меня. Один натура. Да, я дон ставил, сейчас зайду. Чё у нас там? Живу здесь, Зубр. Ага, живу здесь. Зубраджин. Плюс уника рычит. Ты тут, да-да-да. Живу здесь. Зубраджин. Так, ребят, значит, глядите. Со старта мы все начинаем под боссом во фрейме. Лутаем первые споры, после этого разбегаемся, босса бурстим. Потом с нас споры спадут, мы сбежимся еще раз все вместе.
Еще раз залутаем споры, еще раз разбежимся. И уже босса добьем. Тика такая, немножко это... необычная. Давайте, собираемся все под жопу боссу. Покомпактнее. Там ханты, что ли, стоят? Шаман стоит. Далековато немножко. Призан. Короче, на пол. Мы 24 идем? Блять, а зубра-то прямо вылетел. Я думал, он слакает просто. Стоять. Шашаман есть? Нет, полидринка на пол. Рестошаман есть? Шашаман. Призан. Давай я спекнусь, какая разница, что-то что-то скалил. Или в 4 хила. Призан есть? 4, говорит, сможем. Ну, если думаешь, что сможем, то давай еще раз ручной пул. Призан, что надо? Ну давай, в хамелеончика на пул дайте. Он первым. А, подожди. Начать. Призан спекнулся нормально. Давай, отпивай ману. Молодец. Только ты это в следующий раз как-то... Ханты услышали? Отписывай, что ты делаешь. Да, да. Этот... Припулы сдаем в хулядринка, он первым будет у нас танковать. Не-не-не-не-не, хамелеон будет первый, он полутает и пойдет дамажить потом. А, ну бога ради, ладно. Там, может быть, зашел в дискорд за Барджин. Ну, он может что-нибудь сказать, попробовать. Ну, ничего не говорит. Да, он здесь. Вижу его в дискорде. Короче, одна призан обратно. Сейчас, видимо, человек зайдет к нам в игру. На полминуты отскочил туда. Ага, давай. Зубр, напиши что-нибудь в этот, в гостинку там. Вы чё, быдло, блядь? Повисло, говорится. Понятно. Чё там, это, зайдёшь или нет? Или у тебя там надёжно всё село? Село, встало. Там, говорит, люди уже киша в чате поют, чтоб ты понимал. Компьютер долго загружается. Понятно, Арчина пол. 4 хила один. Лёша. Лёша, Гримзол, Бигдэм. Дримбаток. Да-да-да. Всё хорошо. Ну кто ж ты ж, ладно, героизм. Я не хочу слушать, узбеки. Узбеки. Забери мель. Пушка, забери. Так, вот сейчас лутаем эти споры, лутаем их. Разбегаемся. Ну, рейнджу-то надо бы набрать. Телара, ты в упор ко мне стоишь, тебя не смущает это? Или ты к нему? Нет, он ко мне, я на портале прилетел. Там в центре достаточно плотненько стоят ребята. Все продумал, да? Аккуратненько. Кто заблюется, тот лох. Это жестко. Отнеситесь серьезно, пожалуйста. Эти споры мы игнорируем, просто бьем.
Что на сорке получается все меньше 100к ДПС дали. Ну, так первый конюх угощал своих гостей. А, была такая песня. Вроде не очень. Игнорируем эту механику, продолжаем бить. Пивные обычки, блядь. Не знаю, прибавка на самом деле небольшая с этим, блядь. Я понимаю, еще, сука, 15 стаков, но 30, нахуй. Да и вообще, 20 хотя бы сделали. За 30 секунд успеть его задушить. Давайте, поднажали. Чем-нибудь. Хуй знает, как это просчитать, блядь. Ну, дубовая зевань, дисводикон. Красавчики. Забрал мельку. Хилы хилят. Давайте-ка сейчас сбежимся на всякий ДД случай. Дамажит. Сейчас споры появятся. Сбегаемся под босса. Все под босса сбегаемся. Лутаем стаки. А, похуй, я не пойду. Быстро. Не быстро. Будет. Ага. Одним клипом встали. Питкой гнили. ШПшки могут игнорировать, кстати, все. Разбегаемся. Все разбежались. Сейчас их еще захиливать, их споры надо, вон, смотри. Не, это хуйня. Успеваем добивать. Сейчас еще двойной звездопад, сука, 4 ляма и второй звездопад через 5 стаков только. Ну вот второй звездопад, угу. И все, и босс убит, блядь. Сколок, отлично. Грац. Так, бежим на гниломорда. Быстро. Там кровь кому-то обещал. А, кровь включает дримботок. Да. Дримботок лутает. Ебаный в рот, блядь. Табличка это ебаная. Призн, да, тебе Бенха. Так, бурял, Фредерик. Зубр, ты там давай догружайся потихоньку. Блин, а за босса же тоже души положены, правда? Ой, по идее, да. Хантовский, по идее, что это у нас? Так, Мишка, будешь водить слизняков? Давайте все в фрейм к боссу собираемся, не тупим. Сейчас мы суманем людей. Тыкните мне в шкаф. Ой, сейчас как на босса правой кнопкой мыши нажмут. Кайф будет. Крит. Ой, хаст меткость там. Блять. Ответственного дай. Не. Порвалась. Забери ее. Ах ты, а реферат прикрыл? Нет. Ты что, ножки реферат? Я ночью буду его делать. Потому что хочу. Призн, там... Заглушись, возможно. А, тебе. Сейчас, секунду, я отключу от дона, я не могу осколок забрать. Господи. Надо мутера поменять и опять верни ему. Ох, эти проблемы, блядь. Нет, нажми. Все. Забрал. Выбирает ли это. Ужас. Тихий. Из зубра. Сама. О, зубра прямо... зашел. Прямо возле ноги. Задушать. Ммм.
Проверка на лоха получается. Такая, да. Так, покомпактнее в один фрейм, ребят. Там сапроты. Чё сапроты? Сейчас закончится. На гнилого? Какие да, они здесь не нужны. Не, вообще говорю. Рчи на пол. Хамелеон будет. Не диспелим чуму. Давай кину. Ага. Шо. Самое интересное это проба, блять. Это все хуйня, манекены, блять, бабочки. Так, за спину босса немножко встали. Кто-то раньше времени спулил. Хамелеон, сейчас тебе делать нечего. Не, дай ему, в него встаньте, Дэвис. Хамелеон, БР, стай по мистер. Большого надо оттащить бы. Че он стоит там? Ага. Войд, дай БР по мистеру. Не такое неблагодарное дело, конечно. Лунные огни развешивают, нахуй, ради ускорения, блять, когда это задопада. Сейчас вот он и откадешивается сам по себе, и эта хуйня откадешивается. Не, параша полная, блядь. В этом плане. Привет. Один. Не, бесполезная хуйня, блядь. Непродуманная Т4, это Волгородская чарка, это, блядь. Лучше просто бы написали. Лобама, кто я? Увеличивает урон, блядь, на 5% и все. То бы веселее было, блядь. Бама, вабама. Бабама, вабама. Хрен его знает. Там Мишка поводит, босс дэйс. Ну, так-то да. Ханты умеете стаки воровать? Зачет. Телар умеет. Нормально. Пуль горит. Даже так. Ладно, холидринг, давай ты, короче, будешь. Так, назад все отойдите. Взятые по красивому да, сделать. Кто хочет умереть, идет за мной. Кто не хочет, тот не идет за мной. Ага. Давай. Дрим, мы с тобой, блять. А я с порталом. Да, я вижу. Я потом и говорю, что мы сейчас тут с тобой это. Герои. Надо убить вот этого. Обязательно. Пока не убьем, никуда не уйдем. Все, можно идти. Блять. А где портал? Нет, это портал, блять. Кто вы, получается? Жесть, ебать, уроды. Там два вагона?
Да. Так они урон получают, чувак. Да. Мы как бы не сдохли, так что... Морда тут что-то делает, ты как тут оказался? А шо по престу? Морда, блин. А ты как наверное, сделал? Прошу, волшебник? Редар, наверное. Да он просто с вами забежал. Он undead. Просто, видимо, да, я что-то заслакал, когда он зашел. Что случилось? А чему урон не получали? Я чуть не понял. Я не знаю. Может, сейчас от профессора тоже не будем получать? Да, неплохо было бы. Это баг, говорит. Понятно. Это фича. Это фича. Так. Надеюсь, все знают, что делать на этом боссе. Видит бог. Последний раз, когда я был в 25-ке, мы на нем жестко вайпались. У меня жестко горела жопа. Значит, белая метка РТД, обратите внимание, это ориентир примерный, где мы все будем стоять, когда зеленый будет появляться. Вокруг этой метки, не в одном фрейме, чтобы пельмень не заутать. Некрасивым образом. Значит, хамелеон, умеешь водить его, да? Типа что, когда там появляется слизнюк, ты вот сюда его подводишь, под кран, чтобы милики могли по нему сыграть. Милики по нему играют. Значит, милики потом отлетают в РДД-зону, ты отлетаешь сюда в стену. Это вот все. Надеюсь, с этим проблем не будет. Значит, давайте бафаемся. Давайте, надо миликов пересчитать. Так, раз. Суки, ты пиздец, два, конечно, вот такие вот. 12, три, которые. 4, 5, 6, 7. Вот тут СПДшка нормальная. Такие надо фиолетовые хотя бы туда закинуть. Шею. 7. Ну, жалко, шея хуёвая, конечно. Убьет вас с семером или нет, нормально, как вы считаете? Семером нормально должно быть. Если короче, милики, не слакайте. Не дай бог никого, кого-то из вас не окажется. Вас нахуй шотнет. Так, все в один фрейм встали? Вон, в звездочку встали? Слава. Так, у нас нету мага, поэтому нам придется выебываться немножко с рыбой. Рыбу не закликивайте. Пожалуйста. Никто пока не ест. Будете кушать, когда я скажу. РЧ на пол. Все бафы проверьте, кроме рыбы. И в одном фрейме стоим со мной. Биг дэм. Угу, Костик, пей. Сейчас. Охота ж натура. Да, натура, давай там его. Засунем ухоты в задницу. Садимся кушать рыбу. Садимся кушать рыбу. Че с пытами? Они хотят отпиздить чушку? Они хотят и не хотят. Там прикольно. Что, погнали? Ну, в принципе, достаточно. Давайте 5, 4, 3, 2, 1, вперед. РД хилы там одним кипом стоите, чтобы поймать лужи и потом перебежать в белую метку. Нужно будет это сделать всем кипом. Вот все, перебегайте направо. Надо тащить. Зеленый появляется, готовимся по нему свечиться. Свечимся по зеленому. Все свеч по зеленому, все свеч. Ага. Улетаем в сторону стола. В сторону стола все улетают. А, Мишка, ты не улетаешь. Ты около стены босса танчишь. Так, все, хорошо. Переводим босса, надо перевести. Молодцы. Нормально. Нормально. Ну, да, первый раз можно. Да, да, да. Так, сейчас пельмени не лутаем. РДД и хилы стойте на достаточном расстоянии от босса, чтобы не облажаться. Вот они летят аккуратно. Так. Следующий слизнюк у нас будет, в общем-то, красный. Милики не свечиваются по красному без команды. ДЦ умер. А натура есть БР? Да. Натура должен быть БР, дай по нему.
Появляется у нас красный РДД. Свичаемся по нему. Свичнулись по красному. Милики бьем босса. Харчок. Пельменишник там. Ой, нехорошо, пельмень прилетел. Я вагон. Второй раз вагон. Угу. Да я что-то, блядь, смотрелся. Продолжаем бить босса. Сейчас пельмени будут. Вот они летят. Так, зеленый появляется. Около белой метки все формимся. Свичнулись, свичнулись, свичнулись. Ага, в стол летим. В стол летим, играем активно по зеленому. Милики могут в босса улететь. Все хорошо, молодцы. Давайте, так, конечно, лаги летят нахуй. Аккуратно. Бах, блять. Неплохо. Три человека полутало. Быстрее, быстрее, пей. Да, что-то многовато. Красный появляется. РДД. РДД играем. Папа, облако. Лужу не допил. Да, надо допить. Надо допить. Вот пей вот это вот. Нас сейчас взольется тех нахуй. Костерей, пей, переща. Главное, в центре выпей. Ага. Можешь ждать, блядь? Стопнули урон. Стопнули урон по боссу, стопнули. Полностью весь урон остановите. Так, в сторону стола уходим. Играем по зеленому. Блять. Ну еб твою мать. Значит так, сейчас Гера нужна убиваем. Будет Гера. Сейчас нужна будет Гера сразу же убить зеленого слизнюка. Все свои брусты сдаем у него. Костя, ну ебаный нахуй. Ну, вы задопысили, блядь. Так, а все выпил. в зеленого, резче. Убиваем нахуй, он должен не успеть дойти до Гримса. Ну ладно, ничего страшного. Так, давайте заливаем босса. Значит, вести будем по часовой стрелке. То есть в сторону зеленой колбы. Имейте это в виду. Мишка, скажешь, когда будет 4 заберу. Там Телара еще может что-то попиздить. Аккуратнее, слизь падает. В смысле пельмени. Ага, Телара хорош. Только очень... Ну вы перегреваете у него, блядь. К стене подтащите босса. Да, вот сюда. Попотнее, может. Разверни его. Дальше протяните. О, тяни его к этому, к входу на арену. Значит, так. Может же это 19? М? Давайте жестко ДПСим. Главное это жестко ДПСить. А тогда сейчас вправо надо будет отбегать от пельменей. Okay. Собственно говоря, мы это делаем. Ох ты, ёптать. 4. Добиваем. Мы там бьем. Что бы мы ни сделали, мы добьем. Просто стойте ДПСить. Все хорошо. Чё ловишка? Нифига, идет. Колок. Костян сегодня счастливый. Блять, вот еще не давай ему этот осколок. Он тут на костре. Так, идем, получается, на кровь. А, бля, я что-то... Можно было сотку наставить. А, терек. Ну, на дерево, типа, на успех. Ну, на успех мы тебя оденем. Если кому-то надо. Печенька. Печенька Зивандосу нужна. Вторую взял, говорит, ладно. Ответственно, дай.
отжру. Все, забирай. Так, мы здесь больше часа уже ебемся. У, сука. Давайте по советнику в приоритете играем. С большими яйцами. Вы только, да, там хамелеончик, конечно. Таргет на таргет, нальем советника. На нахуй. Тут танка нет еще одного. Маба сейчас убьет. Надо бы укусы раскидать, сука. Не хочу. Пиздец. Сейчас приятно с новыми рейтерами вообще все видят, кто укушен, кто нет. Ну да. Чё, Слава, вы обычно сами кусаетесь, да? Конечно, говорит. Но сейчас я, короче, ориентиры каждому скажу. Запоминайте их внимательно. Рчи на пул, что все слушают. Чё я сейчас буду рассказывать? Ну да, правильно. Свят. Ладно, свята нет. Так, все, что я сейчас говорю, это ориентировочный характер будет носить несколько. Но это чтобы вы, в общем, не терялись. Чтобы у нас не вышло такого, что у нас вампир на боссе появится. Так. Так. Давайте начнем с того, что у нас первый укушенный будет Биг Дэм. Биг Дэм укусит меня. Значит, дальше Биг Дэм для тебя цели это Святос. А, и будет еще Мистери. Так. Для меня будет Рарник и Вадик. Надо бы не забыть об этом. А ДЦшника будете кусать во вторую очередь или в третью? Нахуя? Ну, отхил. Там типа сильно. Давай, нет, так он в первую очередь кусается. ШПшник. Ой, ШПшник, ну. Да, ШПшник первый кусается. Значит, дальше Свят будет кусать Зивандоса. Мистери будет кусать Призана. Рарник будет кусать Магнес. А дальше будет Гера оставаться. Ну это такое, да. Блять, а чё меня никто даже не риснул? Обидно. Сейчас. Пишет мой герой. Да не думаю, меня просто в бэй почему-то не засунул. Обновите, кстати, банки, ребят, на урон. Должны были кончиться. Если вдруг кто-то заслакал, то я вам напоминаю. Командир объем. На сферах будет Тилара Тавакин. Хэлла постраховаешь. Хорошо. Давайте по советнику играем. Че, страшно, ни одна боешка не упадет, да, сегодня? Взятый, ты опять про душу забыл?
Да, нахуй. Вообще. Причем очень надежно забыл. Не напоминаем ему вообще, он только расстраивается, с этих душ все равно ничего не соберет. Особенно надо не напомнить на этой. Перед Синдрой, трэш. Там хороший, да. Пошел я собирать их, блять. Останешься потом после уроков, будешь души собирать. Блять. Костя, спасибо. Ничего, на рипофарм сходишь. Святочка. Да, да, да. На пару часиков, блядь. А на пару часиков это мало. Я просто больше не выдержу. От скуки сдохну. Ну да, сейчас редфреймы удобные. Лёха, правильно говоришь. Вон тебе синяя боешка. Спасибо, папаша. Так, Келесета будет танчить, понятно, Холи Дринг. Хамелеонщик двоих. Рэнджу соблюдаем, на могучем вихре разбегаемся. Долго не затягиваем. Так, у нас умирал кто-то, нужна нам рыба, нет? Ты умирал. Ты умирал. Да мне не нужна рыба. На трофе морда умирал вроде. На трэше много. У нас на трэше вообще рейдер сдох, мужик. Да? Я не видел. Ну, мертвый. Ну, я не смотрел просто. Так, ладно. Там мордой в полу лежал просто. Тогда ставлю рыбу, кушаем. Так, сразу же рчи на пул. Сейчас доедаем, опыляем. Гримс куда-то делся, в 4 хила сделаем все. Леша, Давакин, Зиван. Ага. Давакин. Вейкап. Ага. Куда Гримс делся? Ладно. Так, танки на позиции. Танки на позиции. Ага. 5, 4, 3, 2. Ага. Тихо. Спускай нахуй Силвану, блядь, сюда. Кстати, неплохо было бы, да. Свели, закливали, блядь. Ядро хуёво появилось. Келесет. Костя. Костя. Очень интересно. Так, я думаю, Геро давать не будем здесь. Разбежались, вихрь. Жушку. По Келесету кто может? Без АУЕ долбить, потом долбит. Может, видишь, сколько там играет? Там, да, три таня хуя нет. Сложила. Так, значит, Вадикон, БР Холи Дринка. Поскорее. Хамелеон. Ну, терпи еще. Холи Дринка сразу же массакру со станом, ой, с этим, с бабом стоит. И пытаюсь Келесета вытащить. По Келесету стопору. Кроме припулеров. Припулеры в Келесета вливаются и напуливают на Холи Дринка. Вадик, так, ага. Натура Берни Войд Фьюри. Войд Фьюри Берниш Зивандоса. Зивандос Берниш Дримботока. На ком темные ядра подтащите к Холи Дринку их. По Талдораму играем ДДшки. Аккуратнее на этой, на спирали. Не летаем. Желательно. Фера падает на лестницу. Ага. Ага. Как приятно, когда столько друидов в рейде. Отлетело, блин, 15 человек все риснулись.
Отправим Баланара. Вихрь. Давайте кресть это душу. Нормально. Пивом потянет. Ой, ой, первый, да нихуя ж себе. Боешка там. Боешки падают. Нормально. Это все банк. Это все банк. Хотя можно просто их залутать и ливнуть в гильдии. Но это слишком дешево. И такой ха-ха-ха-ха. Потом с отверкой в боку найдут, блядь. На Варсонге скорее, или на Долгороде. Почти 200 душ уже, между прочим. Очень жестко. Ох, о, Ярик. А, нет. Что? Ничего. Даже моему деревцу это не надо. Даже этому богашу. Кастеровское кольцо на ролл выкинули. Там морда выводил. Зубра джин сотка. Все спеки мейн. Ненавижу, блядь, цыган.
А тактика? Тактика в приори убили таргет нам. Метка череп. После лана будет перекур 5 минут. Артём, ну, тут Кирилл вернулся, может ему проходку сделать? Вместо меня пойдет. Ему вроде принцы нужны были, нет? Ему нужна лана и синдрагос. Да, ему лана и синдра чисто. Давайте я свалю. Мне, в принципе, я все равно ничего не надо. Поэтому, я тогда в ДД, Мишка... Сейчас я с ним спешусь, созвонюсь. Войд, надо по Магнус выдать ЕПшку за нахождение в рейде. Можно организовать. Или мы можем его на замену отправить потом, я не знаю, там... А-ля фулл ЕП золотает. Просто у нас там чел без проходки. Ну, если он будет до конца сидеть. Ага. Но он да. Как бы... Он я будет... буду здесь, не проблема. Да. Ага, ну все. Давай я 800 просто... кину, а потом докину уже, как подойдешь в конце, когда да. Ничего убьем. Так. Значит, кикаем. Вот это. Ставим. Шкаф, пожалуйста, можно. Главное, это Лока говорит. Шкаф можно? У меня осколков не осталось нихуя. Где вон тот? Кого хуя? Он же сказал, сейчас созвонится с ним еще. Ну, блядь, ждать 15 лет. Еще он зайдет. Мишка, у тебя только танк, да? Ладно, 5 минут перекур сейчас, короче, вот в 10 минут всех жду. Я понял, тогда я тогда... Будем синдру пробивать тогда без перерывов. Да, ты спекаешься, хамелеонщик, и вон тот будет у нас наковать. Все, расходимся, отдыхаем. Привет, Артем. Привет, Кирилл. Здорово, Кирилл. Привет. Я только домой приехал. Бывает. Да я, короче, встал к РТ. Я такие, о, мы уже приплыли, муравин, вставай, едь в окоп. И все, я в огород уехал, таскать всякую хуйню бабушки. Так, что там, этот... Да, у него было 3700 у этого Лока. А у тебя 1900 ГП. И по 250. Ну, то есть ГП было по 250 у обоих. А что там? Ну-ка, скрин. Где там ДПС? ДПС. ДПС у вас примерно одинаковый. Так, ну это на гнилом. Так, этому шашамену, Элиму, не надо кольцо, оказывается. Тут подумал. Нахуй оно надо, да? Кому кольцо это надо? Ну да, мусор, я это знаю. Кольцо, которое это, что ли? Вот это ебаное кольцо надо кому-то? Ну, если никому не нужно, я сейчас заберу. У меня пока просто нету, так что. Ну там призен хочет на ов. Пусть тогда призен забирает. Кто-то еще хотел, по-моему.
Там, Кирюша, у тебя случилось такое? Меня загребли бабушки помогать. Разгревать огород. Я там бочки таскал, шланги таскал, всю эту хуйню прибирал. Все, что там разбросали. Бабушка, давай заходи резче. Так я тут уже в листе стою. А, да? Возле лантерь, за тобой прям. А, прикинь, ты у меня, короче, в друзьях не отображаешь, что ты в сети. Кек. Мы с тобой не друзья. Кореш. Да. Братья. Я тебе не кореш, приятель. Так, ладно, до 10 минут ждем. Как было обещано. Чё там у нас по полту-то? Не. Ага. Ага. Слав, по поводу ЕП надо будет после рейда это прошукаться. Там, ну, что там? Да, предложение есть. Ну, говори, не пока большое. Никого нет. Ну, потом скажу. Ну, блядь, секрети хитрые. Эй, крыса! Да, это закулисные игры, блядь. Подрежь там всячески. Все точно так. Из гильдии себе. Точно. Точно так. Тут что, как лот по ИП? Да, ну, да. Как бы да. Так что ты без лута. Зато и решать нечего. Можно косоебить, да? Да. В ипотеку можно что-нибудь взять. Точно. А что можно в ипотеку взять? ШМ? ШМ не интересен. А, ну посох. Посох мне тоже не нужен. Посох еще менее интересен. Блять, ну Волонир тогда, нахуй. Так а что, подожди, Кирилл, тебе же не нужно ИП, чтобы покупать. Все, мимо. ГГБ накину, все в порядке. Так. Если кому что-то не нужно. Wake up, самурай. Шишамен куда-то делся. А все остальные, кстати, почти здесь. Какие тебе коты, Довакин? Шишамен зашел обратно, отлично. Так, сейчас, значит, морда приходит. Мистери просит времени. Ну, давай мы без тебя, если что, начнем. Там, вольешься. Блядь, лишь бы пак на него не... Я на месте. Ну, пусть лучше выйдет, если он не будет с нами стартовать. Пак-то да будет конечный. Да ладно, две минуты, это хуйня. Рыбу поставил тогда, давайте покушаем. Совы прикольный посох. Вы зеленый такой? Голова зубами. Выглядит довольно стрёмно. Да. Согласен. Ну, любители. Сова и сама не особо красиво. Сильно на любителя. Ну, правильно. Вот оно, минус на минус дало совершенство. Образ не портит. Дайте каску под друидом, пожалуйста. Так, ну мистер по факту один остался. Значит так, никто не бьет, пока я не скажу. Ну, кроме, понятно, Биг Дэма. Кто со мной там стоит?